Йоу, братва, с вами Варчик. Есть у меня в ангаре три танчика глобальной карты. Объект 907, Т-95Е6 и М-60. Не хватает, казалось бы, всего лишь двух. Китайского 121Б и немецкий тяжелый, который мне никогда не интересовал, потому что он очень сильно похож на такой же прокачиваемый. Поэтому не люблю одинаковые танки. Даже если они не на 100% одинаковые, все равно уже не очень. Хотя, казалось бы, М60 и Паттон похожи, но на самом деле это два разных танка. И вот что я хочу сказать по поводу танков за глобальную карту. Они очень хороши, они невероятно хороши. Их очень жестко апнули, они очень сильные. Играть на них приятно. Садясь на эти танки, чувствую себя на них, как будто бы их выточили прямо под меня, и мне в них максимально удобно, играть на них просто офигенно. Но прокачиваемые десятки чего-то мне вообще не впечатляет и интереса не вызывают никакого. Казалось бы, еще можно было бы получить 121Б, раз я люблю средние танки. Но играться в глобальные карты интереса уже и желания особо нет. Хотя если бы с какими-нибудь друзьями поприкалываться, покататься и за этот танк получить, это было бы неплохо. Разве что только друзья в это не играются. А самому мне в это потратить желания никакого нет. Да и в целом игра на 10 уровнях не стоит того, чтобы еще раз запотеть в еще один танк 10 уровня, лично на мой вкус. Поэтому пока что имеем 3 танчика, и на следующие не особо я рассчитываю. Немецкий я никогда не хотел, китайский, возможно, что-то там ему апнули, не знаю, насколько он хорош, не хорош. 907, М60 и Т-95Е6, я на них сейчас в последнее время потихоньку играю. Я не могу определиться, какой из них танк мне больше нравится, какой из них хуже, что мне в них не нравится. Они мне очень нравятся всем, каждый из них очень интересно играется. Казалось бы, Т-95Е6 какой-то странный, стрёмный, и раньше он был вообще убогим. Но сейчас ему такое КД сделали быстро, что когда ты увидишь этот танк против себя, ты уже не подумаешь, что он настолько убогий. Хотя броня у него такая, не стопроцентная, и лючок большой на голове. Но если посмотреть на М60, там тоже ничего красивого нет, и люк нифига не меньше. И при этом при всем оба танка офигительные. Быстро ездят, офигенные стабилизированные точные пушки, пробитие хорошее, голдой там накидули пробитие, просто пушка. Ну и объект 907 всегда был офигенный и имбовый. Какая у него жесткая броня в плане наклонов, и когда ты рамбуешь на этом танке, то внешней щекой снаряды такие отлетают, что просто жесть. Конечно, дырявая крыша. Конечно, НЛД, которая пробивается ЛТшками, буквально ладошечкой. Но если двигаться, занимать рельефики, все это не так просто. Да и борта не так уж просто пробиваются. Плюс еще маскировка, бешеный ДПМ, скорострельность там вообще заоблачная. Если кого-то поймал на каток, все, минус танк. И при этом при всем, не могу сильно много играть на этих танках, не из-за того, что не могу, не нравится. Противно немного играть на десятках, некомфортно, очень много раздражающих факторов, и это бесит. Сыграешь пару боев в удовольствие, без квадратов, без каких-то ВБРных штучек на нормальных картах, становится приятно. А потом пару боев подряд просто выпадаешь из игры и ничего не можешь делать из-за ВБРа, карт, арты, фугасов, и уже что-то не так приятно. Сильно неспокойный рандом. Люди, которые играют на 10 уровне, своим уровнем игры не достигли ни в коем разе 10 уровня танков, если вы поняли, о чем я. Танк 10 уровня купил, а скилл не купил. Даже элементарных основ игры никто там особо не знает. Поэтому и качать что-то ничего не хочется на десятках, и потеть за новые танки на ГК тоже, типа, для чего. Прокачиваемые танки хуже, а еще один потный танк за ГК сильно стоит много усилий. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.